Друзья, всем привет! Сегодня столярная солянка и начнем с приспособ. Как вы знаете, пиление сегментов уже стало для меня процессом серийным и промышленным, для чего не так давно и сделал самодельную каретку с двумя опорами, про которую обещал рассказать подробнее. Собственно, испробовав совершенно различные системы напиливания, включая инкровский хай-фай, я все же пришел к самоделке, даже несмотря на то, что обычно при производстве требуются совсем другие материалы, нежели фанера. Тем не менее, задача у меня стоит в переклейке сегментных тарелок, когда необходимо иметь на одной плоскости изделия одну и ту же пласть доски. И решается это только кареткой с двумя упорами, когда деталь каждый раз перекладывается с упора на упор, а не переворачивается, как это было с классическими угловыми упорами. При этом делается и настраивается такая каретка максимально просто. Как обычно, сделал себе чертеж для наглядности и возможности быстрого воссоздания деталей каретки на ЧПУ, все же фанера и, как говорил выше, что-то может тупо испортиться при моих объемах напиливаемых деталей, поэтому быстро отфрезеровать основу или упоры в настроенном процессе дело правильное. Автокадовский файл я кину в описание под видео, а пока покажу, как сделать такую каретку при помощи обычного фрезера. По сути, нам нужен примитивный фрезерный циркуль, который можно сделать из фанерных обрезков, найдя подходящую длинную полосу. На одной стороне этой полосы будет сам фрезер, а на другой, как у классического циркуля, игла, в качестве которой можно применить обычный гвоздь. Какой бы у вас ни был фрезер, сняв с него подошву, всегда найдется за что его прикрутить к какому-то основанию. Но разметить это все можно по отверстиям на самой подошве. Что касается разметки основания каретки, то тут справа по центру делаем два отверстия в линию, отступая от края примерно 50 мм. Между отверстиями лучше делать не менее 150 для возможности напиливания относительно широких заготовок, и соответственно в эти отверстия будет вставляться наша игла циркуля. Дуги тут нужны совершенно небольшой длины, так как диапазон углов для сегментов небольшой, да еще и делится на два. Ну а эстетики для можно очертить начальную и конечную точки движения нашего циркуля прямо по его подошве, и все готово. Для фиксации упоров по классике можно использовать мебельные болты с широкой шляпкой, для которой нам потребуется фрезеровка по тайной канавке. Для этого на основании циркуля вместе иглы делаем еще пару отверстий, смещенных в обе стороны на необходимое расстояние. В случае с моей восьмеркой и болтами на М6 я делал смещение на 4 мм. Для фанеры я уже лет 5 использую спиральную монолитную фрезу 191 серии CMT, которая реально неубиваемая, а вы знаете, как клей и прочая дрянь в фанере сажает режущий инструмент. Для ЧПУ недавно взял себе такую же, но подлиннее, и счастью нет предела. Теперь все готово для фрезеровки. Устанавливаем фрезу и револьверный ограничитель на толщину фанеры, так как первые проходы делаем насквозь. 10 мм фанеры спокойно можно проходить за раз, и теперь уменьшаем глубину фрезеровки в половину для утапливания шляпок болтов и смещаем иглу циркуля на соседнее отверстие. Соответственно, делаем по одному проходу на каждом из отверстий, и остается только рассверлить отверстие от иглы циркуля до необходимого диаметра под болты. Упоры стоит делать минимум из 15 фанеры, как собственное основание. Я взял эту гнутую десятку чисто для демонстрации, но сама каретка должна быть из хорошего толстого листа. Лучше даже МДФ, так как оно максимально стабильно. Как делать ползунок я многократно показывал, но стоит напомнить, что из дерева лучше не делать и воспользоваться чем-то более стабильным, что не реагирует на влажность. Я уже не первый год использую ползунки от MicroJig, которые имеют классную систему удаления люфта по всей своей длине методом параллельного сдвига своих частей. Это дает максимальную точность даже при сравнительно небольшом размере и, разумеется, никак не реагирует на сезонные изменения климата в мастерской. Ну а с деревом банальная проблема, когда сделанный в отопительный сезон ползунок просто не влезает в паз циркулярки летом, так как летом влажность будет куда выше. Соответственно, пытаясь его подшлифовать, мы получим нехилые люфты будущей зимой. Одно хорошо, что данная каретка вообще не связана с точностью позиционирования самого ползуна, и в принципе можно иметь зимний и летний вариант. Ведь вся прелесть этой каретки в том, что ее настройка производится по шаблону, устанавливаемому между упорами, и это никак не связано с параллельностью ползуна пильному диску, как это принято у всех угловых упоров.
Для ЧПУшной каретки я сделал также удобные ручки фиксации упоров с врезными мебельными гайками. Тут можно сделать совершенно любые ручки, даже прямоугольные, лишь бы был хороший затяг. А можно и вовсе зафиксировать упоры намертво после выставления угла, так как обычно сегменты напиливаются или по 12, или по 18 штук в кольце. Например, я для своих тарелок использую 12 сегментов в кольце, соответственно угол между упорами у меня 30 градусов. Но на всякий случай я сделал себе два трапециевидных шаблона для выставления упоров под 12 и 18 сегментов. Естественно, чем эти шаблоны больше, тем точнее получится выставить упоры. Но раз я начал показывать, как все это сделать без ЧПУ, то и выставление упоров можно сделать по элементарному прямоугольному треугольнику из канцелярских товаров, один из углов которого имеет как раз 30 градусов. Ну а чтобы увеличить его размеры, можно приложить к гипотенузе параллельную планку, пусть даже вкладыш нулевого зазора. Кстати, про вкладыш тоже стоит рассказать, так как тут лучше использовать нулевой зазор, а еще лучше снабдить его специальным скатом для сегментов, чтобы они ни в коем случае не попали на пильный диск. Поэтому немного архивных кадров, когда я делал первые вкладыши для Powermatic и переделывал угловой упор для сегментов под новую пилу. Тут все начинается с создания шаблона вкладыша, который тщательно подгоняется методом последовательной пришлифовки, чтобы он сидел плотно. Ну а далее идет процесс копирования, который элементарно делается копировальной обгонной фрезой с верхним подшипником. Шаблон пристреливается или приклеивается на двусторонний скотч к заготовке, и все прогоняется по периметру. Конечно, заранее лучше снять основное мясо на ленточке или шлифовальном станке, хотя такой конской фрезе абсолютно все равно, скорее мы не удержим заготовку и ее просто вырвет. У чугунных пил вкладыши на радость очень простые, нежели мой старый от Makita, где куча разной фрезеровки, соответственно тут две полуокружности и пару отверстий. И благодаря приличной толщине фиксировать его никак не надо, и во время запуска пилы он не вылетит нам в лицо. Прорезать вкладыш пильным диском стоит очень аккуратно, и лучше это делать, прижимая правую его часть параллельным упором, а левую удерживать, например, толкателем. Диск должен пройти четко перпендикулярно, тогда и цеплять его не будет при запуске. Ну а вот так выглядит моя классическая каретка для нарезания сегментов на базе углового упора от крэк, и после Makita ее также пришлось перестраивать, так как расстояние от пильного диска до паза у пил разное. У крэга опять же ползун куда стабильнее любого деревянного и имеет простую систему нивелирования люфта посредством боковых микровинтиков, регулировка которых все устанавливается в ноль. Ну а по шкале Нониуса можно добиться довольно точного угла. Далее на сам транспортир упора устанавливается фанерный вкладыш нулевого зазора, чтобы при пилении иметь минимум сколов на сегментов, и также подобные конструкции давненько снабжаю механическими пришивами, которые позволяют допиливать заготовки до самых огрызков без риска для пальцев. Ну и последний штрих у вкладыша — это как раз скат для сегментов, который можно сделать из чего угодно, наклонив пильный диск на 45 градусов. Скат этот лучше делать на миллиметр ниже самой каретки и на миллиметр правее пильного диска. Вот собственно и все, что нужно знать про точное напиливание сегментов. Отвлечемся от сегментов и покажу немного классической токарки на примере вот такого кругляка местного ясеня, которого я спас от попадания на дрова соседу. Ясень этот лежал у меня в виде пеньков около года, после чего часть была распилена на кругляки с естественными трещинами под заливку, но те, что поприличнее, решил проточить вчистую. Комментировать тут особо нечего, так как точение торцевого спила довольно простая и кайфовая история, но в то же время такие заготовки довольно стабильны, даже если материал не был достаточно просушен. И в отличие от полупеньков, которые после точения теряют геометрию, тут все усыхает стабильно. Напомню, если не уверены в том, что заготовка у вас досушена, стоит проточить изделие с запасом по толщине и положить в мешок с опилками на недельку-другую. А вот только потом протачивать начисто. Вообще, сушка в опилках — самый надежный метод, который позволяет сушить даже сырые полуфабрикаты без возникновения трещин. Опилки для этого лучше всего строгальные, от фуганка или рейсмуса, насыпанные прямо в пластиковых мешках от стружка отсоса. Ну и заготовку в них стоит немного ворошить опилками каждые несколько дней. Тут опять же надо понимать, что заготовка от полупенька будет сильно искажаться при сушке, для чего стенки полуфабрикат стоит делать с приличным запасом. Ну и сырую древесину стоит сушить таким образом уже не менее месяца. Зато защита от трещин стопроцентная.
проделку рассказать всегда полезно, так как штука очень важная, и от этого зависит не только долговечность изделия, но и его внешний вид. Как правило, мы всегда торопимся и практически сразу за маслом покрываем изделие воском, причем на оборотах, чтобы поглубже вплавить его в поверхность древесины. На самом деле, таким подходом мы убиваем все защитные свойства масла по укреплению поверхности древесины, так как лишаем масла кислорода, который является главной составляющей полимеризации. Таким образом, под воском масло не может нормально отработать и укрепить дерево, а значит, со временем появятся пятна и проплешины в отделке, что я неоднократно проходил с изделиями, которым несколько лет. Соответственно, нанося первый масляный слой, ему нужно не меньше 12 часов, чтобы надышаться, для чего в идеале создать циркуляцию в мастерской или отделочном помещении. После этого можно сделать финишную шлифовку, которая уже будет совсем другого класса, и наносить второй слой, который также должен быть выдержан. И только через сутки можно наносить воск, который уже закупорит все и защитит изделие от воды. Его уже можно полировать до блеска. И вот такой алгоритм особенно важен для натуральных масел, время полимеризации у которых не менее суток в связи с отсутствием летучих растворителей. Вообще очень необычно было точить светлый ясень после полутора лет работы с термодеревом, ведь даже после отделки ничего особо не изменилось в оттенке, в то время, когда темная древесина под маслом становится просто бомбической. Можно было попробовать добавить в масло колировку, но пусть уж будет такая ласточка натуральной. В основании этой заготовки все же были небольшие трещинки, которые я не стал заливать смолой, пусть уж все будет естественно. Собственно, планировал я успеть доделать большой проект с самодельной акустической системой, но, как всегда, устроил себе дикие заморочки с необычной формой из фанеры, и все стянулось. Поэтому небольшая затравочка, и это только верхние части будущих напольных акустических систем, видео будет в начале марта, где будет много интересных нюансов по гнутью фанеры и прочему. Ну, не буду много спойлерить, просто знаете, что проект на подходе. А там усилком надо будет заняться. Ну а на сегодня у меня все, спасибо за внимание, друзья, и всем удачи. We'll be right back.